бутылки играем, кстати, сейчас. Битым ботом подарена, я гулял по Москве, я будто был прет. Но смеялась глаза мне луна, попала тебя в плечо. А я учился читать газеты, вслух узнавал, для чего нужна любовь. Там, где ночь смеялась глаза в ночном лесу, как в танке, романтика костра. Загорай мне на гитарке, турик-тура. Блестят, как донце, бочки, глазенки от огня. Лютики, цветочки, турик-тура. Ребята!
ребят немножко выпили, так что нас извините за какую-то такую легкую сумбурность.
Сейчас медиатор найдем. Она уехала из дома, где 8 детей, где железные кровати стояли в ряд. Она была старше, ей не повезло. Она уехала всем назло. В городе место на хлеба. Скажите, ребята, честно, вот мы с Сантёром заспорили, это не понты такие дешевые. Вот кто из нас громче поет, скажите честно, блин, с Сантёром. Егорчик! Правда? Thank you.
Это медленная песня, такая очень спокойная. Песня такая про день рождения. Ангел тащил к дивану меня пьяного на закорках. В моих глазах полуоткрыты огни прошедшего дня рождения. О, мое прошлое, звезднокрылый самолет, что летит к солнцу, и я хотел, чтоб его били фашистские зенитчики на границе. Всю ночь меня не покинет ангел, утрет блевотину рукавами от венерических заболеваний, намазан краской серебрянкой. Во сне ко мне прилетали птицы, как я несли полков железных, и кто-то срочно звонил в милицию, и птицы опять певали тупинками. Песня очень нравится, я чуть не заплакал, честно. Я
дедушку играем сейчас. А дедушка — это такая песня, ну, я, многие, конечно, знают, но я, кто не знает, скажу. Просто я на 9 мая просто смотрел в окошко, как вот ветераны ходят с медалями туда-сюда, блин, там, такие понтовые парни, блин. Ну и такая песня получилась. Слышали, ёпт, называется. Это любимая песня Штирлица, если он пришел. Штирлиц, ты здесь? Врет, врет. Нет, он не пришел, он сволочь. Yeah.
Сейчас поем, Иван, чего растратить? Вслед. Жду, когда день сойдет на ней, сука. Старый клоун, и я не потер пижон. Я не меняю стилишон. Что сделал, если я просто роль клоун? Вау! Thank you.
утомились мы. Дайте хотя бы одну затяжку. Мы неграми решили стать тоже. Блюзы играть разные, да. Он всегда осуждает.
стюардом и говорит, что все люди братья, дома даже разные готы, плачут на кухне и грозит зарубить топором улыбчивого парня из института Патриса Лумумбы. Да-да-да-да-да-да! Зачем ты спешишь? Ну хватит!